отделение. Он будет состоять полностью из моей авторской музыки. Также я сегодня презентую свой альбом, который выпустил в этом году, в феврале. Он называется Revival. Мы сыграем буквально все композиции из этого альбома, и еще плюс... Ой, Игнат. Еще плюс две стареньких композиции. Итак, начнем мы с произведения, которое называется Song of Wind, песня ветра. Она есть на альбоме, на моем альбоме в трио. Также мы ее записали совместно с Игнатом Кравцовым, барабанщиком, с которым у нас был проект Эмбросет. А сегодня на сцене для вас выступают Александр Кульков, барабаны. Сергей Корчагин, контрабас. Это музыканты, с которыми я, собственно, записала альбом. И сегодня с нами специальный гость из Нью-Йорка. Из Казани-Нью-Йорк. Азат Байзитов, саксофон. Итак, мы начнем. Песня «Ветра».
следующее произведение, которое мы хотим для вас сыграть, называется Tide of Life. Течение жизни.
течение жизни. А можно попросить немножко убрать рояль из моего монитора? Прибрать чуть-чуть. А следующее произведение называется «Камень преткновения». Оно тоже есть на альбоме. Первое.
Спасибо большое. Сейчас хочу пригласить, он уже пришел, не надо приглашать. Зад Боязитов с нами собирает еще одну композицию. Она не входит в альбом, но тем не менее она моя, написана много лет назад. Мы решили ее возобновить. Называется она «Around the Sun», «Вокруг солнца». Thank you.
спасибо большое. А за двое зиток. Александр Кульков, барабаны. Сергей Корчагин, контрабас. И мы продолжим. Еще одна песня, которая не вошла в альбом, а вошла ранее. Альбом написан ранее. Называется она Resolving to Change. Решение поменяться. Измениться.
Спасибо большое. Следующая композиция называется «Racer», «Гонщик».
раз я вижу, пришла моя крестница сегодня, маленькая Саша, Саша Говорова. И вот как раз в то время, когда мы хотим сыграть композицию, которая называется «Revival», эту композицию я посвятила своей крестнице. Да, и альбом, собственно, тоже назван «Revival», что переводится как «перерождение». Thank you.
Спасибо большое. И вновь приглашаем на сцену Азата Баязитова. И мы сыграем для вас композицию, которая называется «Путь, который ты выбрал». Thank you.
Аплодисменты! Что ж, друзья, осталась одна композиция. Она называется, интересно, тремя буквами BNP. Это аббревиатура, сама не знаю чего, просто, видимо, для вашего размышления. Итак, BNP.
CD на память по специальной цене. У меня. Спасибо.